Сотрудники администрации городского округа Люберцы совершили очередной объезд территории, но обстановку в округе они оценивали, передвигаясь на велосипедах. Наша съемочная группа наблюдала за необычным выездным совещанием. Место сбора – Егоревское шоссе 3В. Маршрут проложен по поселку Томилино. Перед выездом небольшой инструктаж, и велоколонна стартует. Направляющий глава округа Владимир Ужицкий по пути заезжает во дворы и рассматривает территорию. Обращает внимание коллег на каждый выявленный недостаток. Владимир Петрович, расскажите, как часто совершаете такие велообъезды округа? Ну, было принято решение, это традиция уже у нас несколько лет. Мы регулярно ставим задачу раз в неделю, по крайней мере, объезжать, смотреть по ходу, беседовать с жителями, что же у нас происходит на территории. Участники велопланерки оценивают благоустройство придомовых территорий. Параллельно спрашивают мнение жителей. А вот площадки детские нормально? Ну, да. Там управляющая компания, замечания, мусор вывозят, убирают, нет. Чтобы установили 13. За рулем велосипеда увидеть реальную картину проще, чем на автомобиле. Во время такого объезда невозможно обойти стороной дорожную тематику. Есть, к сожалению, кое-где и ямы на дорогах. Есть на дорогах, у нас же проходят люки, то есть есть теплотрассы, есть трубы водоканала. Понятно, что эти выделенные кольца, они выходят на дорогах, как бы, ну, должны быть в уровне асфальта, с асфальтом. Они должны быть в плоскости дороги, но они провалены или завалены. То есть мы в этом плане, будем говорить, недостатки, это тоже надо устранять. На двухколесном транспорте сотрудники администрации доехали до улицы Гоголя. Нареканий у местных жителей по поводу благоустройства не оказалось, но есть другие пожелания. Хотелось бы, чтобы полиция еще, особенно в вечернее время, ходила, проверяла наши полисадники, детские, площадки. Замечания, выявленные во время инспекции, занесли в протокол. Туда же включили обращения жителей. Пока позволяет погода, такие велообъезды будут проходить регулярно. Луиза Егиазарян, Сергей Гвоздев, телеканал ЛРТ.